находимся на бразильской стороне водопада Фигуасу. Откуда видна бразильская сторона, это левая часть. Лодка дьявола прямо у нас по кадру. Вот она, приближение. И аргентинская сторона водопада, где мы были вчера. А здесь прямо под нашими ногами очень классная большая радуга, практически круглая. А вот стоит Мария Владимировна и внимательным взглядом смотрит на то, куда показывает моя камера.